Ходик. iPhone, iPhone. И еще Supreme. Пуприм, куртка двухсторонняя. Пуприм. Которая Supreme? 1,5 миллиона стоит. 1,5 миллиона, дорогая моя! Я не дура быть такой, как бы... Всем привет, мы на новом Арбате, и сегодня мы вновь в поиске самых стильных и модных людей. Три у***ого выпуска. Коль, сколько тебе лет? 16. Итак, кошелек Gucci стоил 47 тысяч. Потом ботинки Gucci Rayton стоили 50. А зачем кошелек за 47 тысяч, например, мне, если у меня там даже 1000 не будет? 9. Штаны Kenzo. 20 тысяч. Значит, куртка Off-White 600 евро. Знаете, можно так закупиться, короче, на лям. Чисто, ну, за 20 лет заработать себе на лям, да? Выйти так на Арбат-стрит, так сказать. Господи, не могу без мата жить. Вышли на Арбат-стрит такие за лям одетые, и вот к вам подходит дымоходик, и вы такие, ля? А, пальто Zara, 1007, наверное. Вот, майка Comme des Garçons, 10 тысяч. Очки? Очки, Gucci, оправа 25 и стекла 10. Чем надо заниматься или что делать, чтобы, ну, так круто одеваться в такие бренды дорогие? Ну, пока что родители покупают шмотки, а, в принципе, я планирую заниматься предпринимательством в будущем. Здрасте! Чисто, ну, вы нереально модный, слушайте. Как вас зовут? Здорово. Владимир. Владимир, сколько лет вам? 55. Ой, Нейля, 55 здорово. Лет? Это ваши вещи? Да. Рассказывайте, что это и сколько стоит? С чего начать? Сверху, снизу? Как удобно. Тут мужик, бля, чисто, блядь, пришел такой. Акне Студиос у него там. Суприм, Луи Ви, Гуччи. Стоит 5 тысяч. Наконец-то Пуприм. Новый стул, давно уже, бро, уже день. Им куртка двухсторонняя. Которая Supreme? Почему он, при том, что вот он может себе купить виниры? Ну да, 16 тысяч. Маечка, тоже Пуприм, которая Supreme. Пуприм. А, кроссовки. Сколько майка? А, майка 8 тысяч, ля, по-моему. Пуприм! Ля, пацаны, ебать, Пуприм! А, Карина Арлекян. Бэйб, 6 тысяч. Кроссовки, изи. Кроссовки красивые. По-моему, 18 тысяч. Вы изики на ритейле брали? Да, на ритейле, да. Что, у вас еще сумка? На ритейле, пацаны. Сколько стоит? 6 тысяч рублей. Ремень, Алекс. 12 тысяч. Извините, сколько ему лет? Сколько ему лет? Даже у меня таких шмоток нет. Огонь. Все, аксессуар еще, часы, может быть, браслеты? Нет, ничего нет. Ну что, дети модные? Вы здесь будете, я бы все одел. Что заставляет вас, ваши 55 лет, так одеваться? А у меня есть молодое поколение, мой сын, и он меня заставляет. Я же говорила, чисто сынуля заставляет батьку своего. Говорит, сынка ему говорит, значит, батя, Supreme Louis V, Пуприм свои, надевай. Я стараюсь его обогнать. Ну и еще невесту какую симпатичную. А вы музыку тоже слушаете модную? Ну да. Кого? Ему же на фейс другой, ему надо фейс, чтобы это все сочеталось, понимаете? Фейс, я сначала подумала, что это бомж. Я не знаю, почему, типа. А, в основном это пиздец. Чем занимаетесь вы? Ну, я... Как не материться? Я не знаю, как не материться. Подрабатываю на стройке. Когда вы приходите на стройку в таком виде, что мужики говорят? Ну, уже привыкли, да. Раньше что-то были... На стройку приходит в Пуприме. Есть смешки, ничего не понимали, сейчас все привыкли. Есть у вас какой-то погоняло, модник или что-нибудь такое? Нет, просто Билл. Боже. Просто Билл? Билл. Вас зовут Билл? Да. Владимир, а вы курите? Да, иногда. Сигареты? Да. А знаете, что это? Нет. Это Джуз 20. Да, но правда? Ого, так интересно. Вы в натуре отвечаете? В натуре? Вот это инфа интересная. Держите, спасибо. Это вам. Будьте всегда на стиле. Спасибо огромное. Привет, Карина Аракелян. Привет. Ребят, смотри, кого мы поймали на Арбате. Сколько тебе лет, расскажи? Мне 15 лет, и я снимаю мистические ролики. Мистика там страшная история. Мистические ролики, пацаны, а кому мистики? Да мы знаем, я думаю, многие зрители тоже узнали. Материться, рассказывай, забить? Что нет, сегодня бро, на тебе, что за... Мне позвонила, типа, утром бабу, своей бабушке, говорю, алло, извини, дорогая моя, она мне говорит, хорошо, ничего страшного, но ты убери из лексикона свою эту матьку. Сказала, короче, не материться мне. Типа, я знаю, что у меня такие все родственники вот такие вот любопытные, я не могу много говорить, потому что потом испорчу с ними отношения. И типа, ну это капец, что какие они люди вообще, это вообще трэш.
Вот. Она не выглядит на 15, я на фотошопится, да. Одежда сколько стоит? Так, я начну... Еще она на бэкуше. Матом не могу сказать, пацаны. Пожалуй, снизу у меня обувь Dolce & Gabbana. Покупала я за 60 тысяч рублей в ЦУМе. Откуда такие деньги? В общем, ничего необычного. Также идет дальше, выше. Штаны из Motive. Стоили они 8 тысяч рублей. То есть просто за... 8 тысяч штаны в клетку. Ребят, я вам сейчас покажу. Алло! Какие 8 тысяч, дорогая моя? Вот тебе штанишки, ты 800 рублей! 800 рублей в Чендеме купила. Такая находка. Находка. Какой стороной это? Находка! 800 рублей надела, побежала. Вот так, вот так, вот так. Все. Зачем вот эти все понты? 8 тысяч рублей. На 8 тысяч рублей можно семью прокормить на месяц. Я тебе отвечаю. В натуре. В натуре. Просто я не могу даже мат сказать, чтобы смешно, ну не смешно, а чтобы хорошо выразить свою мысль. Это просто полный трансплантер-дон-бандон. Реально, я в шоке просто. Она так грудь смешно фотошопит, капец. Я не знаю, зачем она свои 15 фотошопит грудь, в принципе. Я просто в шоке. 800 рублей побежала, вышла, все. На месте. Шапку смотрела, мне не понравились, вроде неплохо смотрятся. Далее идет ремень Dolce & Gabbana. Ой, господи, какой Dolce & Gabbana? Какой Dolce & Gabbana? Какой Dolce & Gabbana настоящий? Дальше идет ремень Gucci. Он стоил 30 тысяч рублей. Обычная кофта из Зары, я ее покупала за 3000 рублей. Из аксессуаров у меня браслет Пандора вместе со всеми аксессуарами. Каждый, кстати, шарм со своим значением. Тут, я не знаю, камера, я не знаю, мое имя, что-то такое. За все я примерно 1050 отдала, где-то так. Вот, аксессуаров Пандора на шее у меня нет. Куртка. Я ее покупала в Тренд-Айленде в торговом центре Авиапарк. Очень понравилась, очень длинная, теплая, стоила 15 тысяч рублей. Кижине, брови, и последний, стрёмные, это, наверное, пацаны, шарф от Louis Vuitton, и покупала я его за 50 тысяч рублей. Вот так. Классно. Хватает тебе твоего? Да? За сколько? Покупала я его за 50 тысяч рублей. 15... И последний, это, куртка, наверное, шарф от Louis Vuitton, и покупала я его за 50 тысяч рублей. Вы меня извините, а если вы пошли в магазин... Согласна, что параша. Если пошли в магазин, зашли в Louis Vuitton, и вам дают шарф обычный, я вам клянусь, в H&M не хуже, там 2000 шарфы такие, такие шарфы, просто нереальные. Она нет, она пойдет в Louis Vuitton и купит себе за 50 тысяч, алло! Это полная кобзда, это серьезно, это реально. Микрофон выключить на секунду, зачем? Ну просто еще шмоты, как они говорили. А? Еще шмоты, помнишь, что они говорили? А, да, сейчас. А я должна быть дома, я микрофон включила. Я должна быть дома в 7, у меня репетитор, а потом еще стрим. Я тебе говорю, я еду в 4 закончить еще. Ну давай тогда я прошу маму отвезти меня туда, а ты подъедешь потом. Окей, все. Пить можешь, это так. Окей, давай. Чмок тебя, пизду. А, мат! Извините за мат! В Заре тоже за 2 кайф есть офигенные шарфы с иглы. Я не знаю, зачем переплачивать. Я не могу, все, можно я выключу стрим, пожалуйста, я не могу так жить. Я люблю тебя. Спасибо, Кесот, Куко, спасибо. Спасибо большое. Это полная кобзда. Классно. Хватает тебе твоего дохода для того, чтобы одеваться дорого в бренды? Конечно! Да, вполне хватает, мне очень комфортно, все нравится, все хорошо. Ты мне скажи... Главное, что родители не знают, что она матерится. Живет счастливая. Всего сколько тебе в месяц для комфортной жизни необходимо? Ой, я думаю, миллиончик точно необходим, чтобы постоянно ездить на шопинг и что-нибудь себе покупать. Потому что я обожаю ходить по магазинам. Ты понимаешь, что через 3 года ты явно будешь уже больше миллиона зарабатывать, и когда тебе захочется выйти замуж, сколько мужчина должен зарабатывать, чтобы хотя бы сравняться с тобой? Вообще у меня приоритеты, чтобы мужчина зарабатывал. Мне нужно для комфортной жизни в месяц. Сейчас скажу. Так. Ну, в смысле, мне хватит
10 000 даже, чтобы комфортно жить месяц. Даже 7 000. Вот. На 100% уверена, что она на Дубровке половину шмота покупает. Да, это дефолт, все так делают. Ну, типа, это дефолт, мне кажется. Так вот. Ну, короче, мне 10 000 хватило бы, чтобы жить комфортно месяц. Я вам серьезно говорю. На что? Я вообще ни на что деньги не трачу. Я все скидываю маме, типа. Я так... То есть я как до стримов, я, типа, была без денег, я сейчас тоже без денег. Типа, вот. Единственное то, что вот вы мне дарите стул, вы мне подарили лампу кольцевую, спасибо вам большое. Вот. Ватывал чуть-чуть. Да, если живу с родителями, конечно, если есть дома еда, если есть крыша. Больше меня или точно так же, как я, чтобы не было такого, чтобы я везде платила, например. Так мне будет неловко. Нет, я бы спокойно могла за парня своего заплатить, типа, я считаю, это нормально вообще. Вот. Все, я надеюсь, богатый мужчина уже смотрит и ждет. Да, я его тоже жду. Твои-то 15... Господи, как же она меня бесит-то! Как так она живет? Поверьте мне. Привет, как тебя зовут? Вика. Вик, сколько тебе лет? В Инстаграме печет. 20. Кроссовки Александр Маквин стоили примерно 500 евро. Правда? Недавно, значит, леггинсы. Она курит тонкие сигареты, это минус жизнь, пацаны. И кальцедония $20. Пуховичок, не знаю, честно, не знаю, даже марку не знаю. Дорогой бренд, сколько стоит, правда, не знаю. Ну там больше 50 000. Да. Сумка у тебя, это не Шанель? Шанель, рюкзак. Так, сколько такой стоит? По-моему, это подарок, точную цену не знаю, но больше 2000. Вот вам нравится рюкзак мама? Отстой. Вот если бы он был просто черный, было бы, наверное, круче. Да вообще, мне нравится фасон, ужасный фасон. Евро. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, что у тебя в 20 лет такие классные дорогие? Ну, интересно, в натуре не найдут тянку, которая, как я, одевается? Взяла, пошла в H&M, купила себе рубашку за сколько? За сколько она стоит? Сколько стоит мой шмот? Рубашка. H&M, 1000 рублей. Джинсы. H&M, 1000 рублей. Носки. Что это, не помню. Носки. Белые, 50-100 рублей. Алло, у меня трусы с названиями дней недели за 700 рублей 10 штук. Вы о чем говорите, дорогие мои? Линзы, это стоит 50 рублей, это стоит 1000 рублей. 50 рублей, вот эта серо-голубенькая линза. Вы меня извините, дорогие мои. Я не дура быть такой. Это просто, я вообще в штоке. Ой, 7 штук, 700 рублей. Я вообще в штоке в полном. Учусь. Маникюр, 800 рублей. Вот погрызла уже, это белое за черный, 800 рублей. На факультете в Женеве. В Женеве? В Женеве. Ты по-женевски? Ну, такой взгляд, как будто она пиздит, знаете, ой, врет. Знаете, такой взгляд, как будто она врет. Вот врунья. Реально, просто вот он такой, о, в натуре. Говорить. По-французски умею говорить. Je souhaite une bonne journée, de l'amour. Amour, de l'amour, love you, gagne. Вот, можно любое слово сказать, амгунь. Амгунь, ханхунь, жиза. Жиза, в натуре жиза. Врунья, пердунья, реально. Бонжур. Что, я вижу, что ты куришь. Да. Куряга, паровоз. Есть очень... Она какая-то, знаете, вот она шмара какая-то. Такая, знаете, Шурыгина сидит, пердит такая. Такая ля. Знаете, я представляю в подосе с бутылкой Балтики и сигой тонкой, женской такой, знаете, бабские сиги бывают. Такая сидит, девая. Такая. Флексит. Очень хорошая новость от нашего сегодняшнего партнера выпуска компании Джус. Мы тебя дали. Правда? Вот полный джуси фрут. Амина. Амина, сколько тебе лет? Амина, ля. Рассказывай, 12? Что на тебе и сколько 12? Стоит, как тебя зовут. Амина. Амина, сколько тебе лет? 13. 13 Рассказывай, лет? Что на тебе и сколько стоит. Ё-моё, у неё тут суприм какой-то с Монолизой в 12-13 лет. Кто это ваш мод? 17 000. 17 000 худак, это Off-White? Да. А, Off-White, 17 000 извинений. Не знаю. Не знаешь, ну покажи лейбл, есть у тебя? Мы попробуем найти. А что у тебя еще? То еще Off-White, вижу, у тебя висит. Ревень. Стефан, спасибо большое за сап. А что это за действие? Кто задонил? Эй, спасибо, дорогой. Дорогая моя.
собаки. Пиши действия в чат, бро, сейчас будем оформлять. Действия в чат пиши. Меньше, чем три. Как дела, дорогая моя? Я, дорогая моя! Я в 13 лет, я себя помню, я сидела, у меня тоже был H&M в 13 лет. Покажи ремень. Вот. Почем брала? А чё, почему она смеется? Это же не смешно. Огонь. Что у тебя за штанишки? Обычные джинсы. Обычные. Обычные? Откуда? Не знаю. Она выглядит очень убого, даже несмотря на то, что у нее этот... Несмотря на то, что она дорого одета. Нелли, 21 годик, сижу в толстовке из Бершки. Ну, это же за. Чисто вейчики. Что-то я ой, усталась. Усталась, что-то кобзда, ребят. Ну, рубля 2. Да. Кроссовки? Найк. Почем? Ну, где-то 4000. А носки, что-нибудь есть интересно? Да не. Обычно. Под худи у тебя что, ничего? Ничего. Я тоже ничего под худи не делаю. Охуительно! Где берешь деньги на L5? Папа покупает. Папа следит за трек? Папа! Папа! Купи мне мне папа даже из H&M ничего не покупает. Это как? В кого папа такой? Позвони, напишите мне адрес такого папы, я вас прошу. Или ты просто да, говоришь, что покупать? У меня модный. Сколько тебе денег для счастья надо в месяц, для комфортного? А, я хотела вам, знаете, что показать? Я вам говорила, что у меня трусы со днями недели. Сейчас я вам покажу. Вы думаете, я вру? Нет, я не вру. Сегодня что, сегодня четверг, да? Давайте по очереди. Вторник. Среда! Такое вот яркое воскресенье развратное! Суббота! Понедельник! Пятница! И на мне четверг! Кто не понял? Так, ща. Секунду. Так, погнали дальше. Ой, ничего себе тут парень чисто раскошелился. Лисич, спасибо, Штефан, большое. Большое спасибо, братан, за подарочную подписку, а также за то, что подписался сам. Это безумно приятно. Вот. До четверга не проживем, пацаны. Где такие купить? Да не знаю, моей маме на работу принесли, сказали, типа, вот 700 рублей, 7 штук. Она такая, ё-моё. Существование. Много. Ну сколько много для тебя? Ну хотя бы 50 тысяч. 50 тысяч рублей хочешь в месяц? 500. А 500 тысяч рублей хочешь? Фига. 500 тысяч рублей. 500. Привет, как тебя зовут? Немного ли Нина. Тебе? Нин, сколько? Нина Антонина. Сколько тебе лет? 22. Красиво на толстом. Пальто Леа Винчи 30. Какой же у него ужасный говор. Это трэш, это просто трэш. 30 тысяч. Сапоги шоурум 5 тысяч. Кофта 5 тысяч, шорты там 4 тысячи. Слушай, ты в шортах зимой, не холодно тебе? Ну, нет, нормально, на такси еще. Так, дальше что? Какой же неуговор. Часы Майкл Корс 25 тысяч. Часы Майкл Корс. И сумка? Сумка Тервалина 5 тысяч. Скажи, ты куришь? Да. Сигареты? Да. Она как кошка такая, да. Для тебя есть очень классный подарок. Это Juice 20. Спасибо. Это система нагревания табака. Держи. Кликайте по ссылочке в чат, ребят. Пожалуйста, помогите набрать просмотров на этом клипе. Кликайте. Бомж ебаный, чё опять у мамы? Ты главное дыши. Спасибо, бро, за евро. Я не могу дышать. Плачут небеса о любви, понимаешь? Я в шоке. Тебе? Будь стильный. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Ебаный, меня... Покажи четверг. Капец, он байтит, жесть. Как же ты байтишь? И походу ошейник горло передавил, говорить не может. Паш, сколько лет тебе? Или не ошейник? Мне 28. Паш, расскажи, что сегодня на тебе надето и сколько стоит твоя одежда? Блин, сегодня на мне одета кроссы Изи. Надеты. Стоят они... Ну, вообще они стоят 1024. Вот то, что у него внизу, это безумно безвкусно. Вот сверху эта синяя рубашка сочетается очень с этим темно-зеленым, и шапочка клевая. Говорят, подороже. Спортивные штаны на мне тоже изи, там, не помню, какой сезон. Четвертый вроде, колобас. А, кофта утеплённая. Почем штаники? 18 вроде. Штаники.
Так, 18, что кажется, штанина. А что на мне еще? А, этот, как он? Хер Акерман, или как он? Правильно? Ну, так... Можно такие слова на камеру говорить? Ну, я просто не помню, как это правильно, но точно помню, что Акерман на конце, 1046 она стоит, 50. Там есть что-то сзади показать? Да нет, просто, типа, просто рубашка утепленная. Вот. Ну, а это я не помню, это H&M, 2000 рублей. Парень вот свой, ну, свой, но, ну, парень свой просто. Ком, есть что-то интересное? Блин, нифига себе, даже сам не помню, что я с утра одевал. А, это All Saints футболка. Надевал. Почем? 5, наверное. А чей? 5 тысяч за серую футболку, мама божья! Капец, 5 тысяч! 5 тысяч рублей! Моя мама за день, сука, не зарабатывает. 5 тысяч рублей! Комфорт. Почем? 30. О, мне и шапка стало. На голове? Шапка Зара, просто хлопок. Шапка Зара, да у меня такая же, 700 рублей она стоит, да? Да, или 900. Паша, а что у тебя в карманах? Угу. Давай посмотрим. Тут у меня 3 телефона. 3 телефона? Покажи трубы. Ну, iPhone. И еще Supreme. Да, так получилось. Были в Европе, зашли в бутик. Единственное, что смогли купить, это чехол. Все остальное распродано просто там. Почем чехол? Капец. Зашел 50... Supreme, остался чехол, пацаны. Евро, что ли? Рассказывай, у тебя там еще кошель, я вижу, торчит. Да нет, кошельки не ношу, не очень удобно. Это у меня, типа, служит... Портмоне. И 3 кошелька, и 3 айфона, пацаны. Мне кажется, он друзья ему просто дали, там, наверное, пошли, отошли в туалет, так сказать, пописить. Нет, на самом деле, это чехол для паспорта, но здесь удобно всякие кредитки держать, соответственно. Это... Почем? Сейчас, не знаю, давно покупал. Отработал может быть, где-то. 1030 сейчас она стоит. Это исключительно для визиток, для тоже всяких там ресторанных карт, а это бизнес-карточки хранятся, ну, визитки. Чтобы вора запутать. Если что, могли меня найти, обратиться, то что... Ценнички у этого. Все Луи Виттон, кстати, да. Обратите внимание. Так, ценнички. Окей, 25, 20 тысяч, они нравятся. Расскажи, чем ты занимаешься по жизни? Блин, я одеваю людей, работаю в лакшери-сегменте, работаю с топ-клиентами, там, с президентами, список Forbes. В общем, не, не пока. Разных стран, конечно, все. А можно сказать, каких президентов одевал не уже? Не могу сказать, это официальная информация. Мы не разглашаем историю наших клиентов. Пацаны, но, принципе, у него это... взгляд, как будто он врет. Очень достаточно много влиятельных людей обслуживается у нас. Ну, если не секрет, это нормально приносит это? Да это круто приносит. Посмотри на меня, и мы спросим, нормально это приносит. Посмотри на меня, какой же он выпендривается, реально. Нормально. Привет, как тебя зовут? Алиса. Алис, сколько тебе лет? В Инстаграме печет! 15. Подзамерзла чуть-чуть? Да. 15? Как тебя зовут? Алиса. Алис, сколько тебе лет? Мне 15. Замерзла чуть-чуть. Египет! Ей 15 лет! Пацаны, ей 15 лет! Ей 15 лет, пацаны! Вы можете себе представить просто кто-нибудь? Я подумала, 20, тут 19, 20. Да. Окей, давай тогда быстрее, чтобы тебя не отвлекать. Во что ты сегодня одет, расскажи, что за бренд. Давай снизу вверх. Хорошо, это ботинки Louis Vuitton, они где-то 75 стоят. Дальше как поверх эти колготки капроновые, я не знаю, 200 рублей, наверное. Так, окей. Платье, я не помню, я его покупала в Испании где-то год назад, оно стоило, если на русский переводить деньги, 1030. 15. Шарф, я не знаю, сколько он ресницы стоит. Ресница нарастила, накрасилась, ну, набелилась вся. 42? 42. Сейчас, у меня украшений много тогда. Она, кстати, пухленькая, видите, у нее шея прям такая, не это. Я не могу говорить некоторые слова, меня так ограничивают, я сейчас умру. Ой, СССР просто полный. Дорого, все богато, как... Оу. Капец, у нее шейка, жесть. Это украшение, я не знаю, сколько стоит. Это, по-моему, шапард, оно 1,5 миллиона стоит. Это, офигеть. Я не знаю, честно, я не буду даже говорить. Это, я не помню, 1002, наверное, это просто откуда-то. Раз уж пошли по украшениям, кольца у тебя еще какие-то модные часы. Я не знаю, сколько это стоит. Это белое золото, бриллианты и этот... Как он называется правильно? Да не 15, ей почему? Жемчужина. Он стоит где-то 2,5, наверное. 2,5 миллиона? Давайте ей стучекнем. Золото, бриллианты. Это 1,5 стоит. Давайте ей стучекнем. Давай снизу вверх. Окей, давай. Алиса. Трансвестита. Сейчас. Давайте чекнем. Так,
Веста, вот она. Тебе в натуре 15? Пацаны, она же не выглядит на 15. Пацаны, где мои 15 лет? Где? Вадим, почему ты мне пишешь? За что бан? За что бан? За то, что я полью Инстаграм? В смысле? Он тут написан, за что бан? Не поняла. Вадим, за что бан? За что бан? Страничка в социальной сети. А, за грудь? А, за грудь забанить могут, окей. А, типа, окей. Ну, тут нет груди, я посмотрю, ладно, можно. Ну, ей 53 года, пацаны, я спалила. Ну, типа, вы можете так не кипишовать, как будто, я не знаю, как будто я показываю порно. Типа, можете не кипишовать так жестко, чуваки, меня очень пугаете такими местами. Зачем тебе 2 Майнкрафта, мне нет Майнкрафта. Ей 53 года, я спалила, пацаны. Там же нет сосков, ребят, за что бан? Типа, Инстаграм бы забанил, если было бы за что банить. Али, сколько тебе лет? Да, поэтому вы очень кипишуете. Я не понимаю, что вы так жестко кипишуете. Подзамерзла чуть-чуть? Да. Окей, давай тогда быстрее, чтобы тебя не отвлекать. А, во что ты сегодня одета, расскажи, что за... Ой, это... Этот... Как он называется, правильно? Почему чужина? Он стоит где-то 2,5, наверное. 2,5 миллиона? Да. Часы, я не знаю, мне их папа подогнал, они какие-то швейцарские. Что за бренд? Дэвис вроде, евро, наверное, 700. Браслет Пандора, я не знаю, сколько, если все подвески складывать, я не знаю, сколько он, типа... Я поняла, окей, Вадим. 40. Тут браслеты, этот стоил из золота где-то 100. Этот от Cartier, я не знаю, можете посмотреть... Cartier! Эти, наверное. Там мама миллиард рублей, 170 где-то. Сумка Dolce & Gabbana, 140 вроде. Вот кольцо, капец. Это 120 вроде. Ван Клифф 275 стоит. Слушай, я от блеска твоих бриллиантов, золота, изумрудов и сапфиров просто, если честно, нахожусь в каком-то недоумении. Расскажи, пожалуйста. Зачем так дорого одеваться? Потребительская корзина. Зачем так одеваться? Чем ты в 15 лет занимаешься и откуда у тебя все это богатство? Я ничем не занимаюсь, я... Танцую в Тодосе. Чем так жить? Ну, у меня просто родители богатые, все. Чем у тебя родители занимаются, если это не секрет? Мама ничем не занимает. Нет, мама у меня много чем занимается. Она не работает, папа бизнесмен. Что за бизнес? У него много бизнесов, у него своя компания. И в конце, прежде чем подвести итоги... Можно мне такого папу, пожалуйста? Почему нет такого папы? Почему у меня нет... Ставь.